Всем привет, вы на канале Денис ТВ, и сегодня я приехал на международную выставку цветов. Надеюсь, вам понравится мое видео, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Итак, друзья, пойдемте смотреть выставку цветов. Вау, какая красота. А у вас молодой человек что? А у меня вот. Вау, друзья, как красиво, посмотрите. Вау. Называется питомник весна. Какие-то растения, деревья плодовые, я смотрю. Какая красота. Можно, наверное, пойти посмотреть, не знаю. Какие-то растения интересные. Супер. Страны начать. Пойдемте вот с этой стороны начнем. Вау, какие-то деревья, кустарники красивые. Ну пойдемте вот так вот с этой стороны. Рынку нужны какие-то. Ну, сейчас давай потрогаю. Вау, какие прикольные. Так. Здесь какая-то тоже интересная экспозиция. Вау, какие березки. Так прикольно. Как классно. Суперская экспозиция. Вот это вообще. Так как это питомник называется? Не вижу названия. Названия не видно. Так, пойдемте дальше. Очень прикольно сделано. Там какие-то трактора стоят. Вау, какая шикарная экспозиция вообще. Цветочки опять. Название не вижу. Это вообще красиво сделали. Так, пойдемте дальше. Так. Вау, как прикольно сделано. Оформлено вообще. Так. Цветочный город. Называется экспозиция. Здесь же все живое. Прикольно. Так, вау. Ой, куда идти, не знаю. Глаза разбегаются. Куда бежать? Какие-то цветочки вот тоже. Так, садовый центр. Написано какой-то. Это вообще живая изгородь. Зеленая живая изгородь. Вот. Вообще супер. Вот наши. Так, пойдемте посмотрим все же вот на эту экспозицию. Вау, как красиво сделано вообще. Красота. Отдыхаю там уже. Так, пойдемте дальше. Вау, столько много деревьев различных, растений, кустарников. Ну просто. Вообще в восторге. Ой, розы, розы, друзья, розы, смотрите. Как вкусно пахнут. Вообще. Как вкусно пахнут. Потрогаю, все потрогаю. Вау, вообще.
Какие-то необычные. Вообще. Шикарная, конечно, экспозиция. Вот это мне больше нравится. Вау, как большая. Какая большая. Смотрите, Русь, какая большая. Друзья, мои любимые. Это мои любимые розы. Вообще люблю такой цвет. Все шикарно. Любимый мой цвет. Ой, музыка играет. О, это вообще фисташка. Но фисташка мне не очень. Мне нравится вот эти. Так. Точное платье. Вау, лили. Это я не знаю, как называется. Какой-то цветочек. Да. Питомник. Пойдемте. Так. Ёлы-палы питомник называется. Так, пойдемте дальше. Люди сидят там, что-то смотрят. Ой, что это за дерево? Такое интересное. Какое-то японское. Такое интересное вообще. Прикольно. Так. Тут что-то показывают, я думаю, интересно. Люди сидят, смотрят. А мы с вами пойдем дальше. Вот на эту красивую экспозицию посмотрим. Да, просто рай, рай какой-то. Просто рай. Красиво все сделано. Арки шикарные, вообще живые арки. Очень красиво. Так, пойдемте назад. Пойдемте назад. Пойдем туда вот прямо, мы там не были с вами. Очень красиво, конечно, все сделано вообще. Вот дерево какие-то покажу вам. И это тоже покажу. Экспозицию. Розочки. Красотулечки. Вот красивые, такие яркие-яркие. Идемте дальше. Какие-то семена продают здесь. Позиция семян. Тут, значит, упаковка различная. Ленточки. Пойдемте вот на эту сторону. Так. Тут тоже вот цветочки красивые. Ой, какой красивый. Цветочек. Только мелкий-мелкий. Вау, красивый.
цветок. Пойдемте дальше. Ну это на подоконнице. Так это герань, это вот герань супроцентный. Так, пойдемте дальше. А, как прикольно, мило сделали. А, круто. Агрофирма «Поиск». Девушка вот села фотографироваться. Молодец. Так, идемте дальше. Вау. Как это красиво тоже экспозиция. Вау, агрофирма «Седдек». Какая-то типа беседка вот. Вау, как красиво. Вот отдыхают. Сели отдыхать. Вау, это что за цветочек такой? Такой яркий прям. Агрофирма «Седек». Вау, друзья, смотрите. Сколько садовых игрушек. Офигеть. Кого только нет здесь. И белки, и мышки, и грибы, и волк вон. Офигеть, красиво. Так, пойдемте дальше. Окружили эту экспозицию, не пройти прям. Пойдемте дальше. Так, а здесь книжки продают. Тут какие-то витамины. Так. Тоже красивая экспозиция. Много зелени. Пойдемте дальше. Башкирия. Экспозиция вот из Башкирии. Вау, как красиво. Смотрите, как красиво. Зонтик украсили. Вау, вообще супер. Красота просто. Так, пойдемте дальше. Некоторые вот цветочки только-только привозят. Я пришел с утра. Вот там вот что-то интересное вижу. Так, пойдемте. Вау, какой интересный цветок. Прикольно. Так, пойдемте дальше. Тут, значит, продают садовый инвентарь. Так, тут какие-то вот горшки продают вот здесь. Город Нальчик. Что нам привез показывать, интересно, посмотрим. Зелени, конечно, города Нальчика много. Сразу видно. Привезли все, что есть. Красота. Офигеть. Просто супер скорость. Так, пойдемте дальше. Тут тоже горшочки продают различные. Так, вот здесь я уже был. Ну, еще раз вам покажу. Все, обойдем с вами. Пойдемте вот на ту сторону перейдем. Так, ну роз, конечно, много. Роз много привезли. Так, идемте дальше. Вот здесь вот не были мы с вами.
что здесь интересно у нас? Вау, это что такое? Это какие-то подставки, что ли, для цветов? Акриловые или стеклянные, не знаю. Что это такое вообще? Для чего? Наверное, для растений. Они вот так растения будут, когда будут расти, вот так вот закручиваться, и будет красиво. Наверное, это для этого. А так я больше не знаю, для чего это. Так. Тоже как красиво сделали. Смотрите. Прикольненько. Так, а здесь розы, какие-то вот игрушки, статуэтки садовые. Так, тут тоже что-то вот интересное. Вау, как красиво, смотрите. Очень красиво. Так, а здесь тоже вот красивая экспозиция. Они еще размножили уже целые грядки. Ну, это понятно, вот. Понятно. И, ну, розы, и это не все оказалось. Мелкие этим. Розы. То есть вкус дает. Так. Ну, там мы были с вами, там были. Здесь частично были. Пойдемте дальше. Что там интересно нам еще покажут? Вау, горшки такие интересные, красивые. Ой, красивые. Так, пойдемте дальше. Опять семена. Где семена, там много людей. Ой, что такое? Бабочки, я думаю, живые. Очень прикольно. Ой, а здесь розы. Упакованные розы. Так. Смотрите, как красиво. Мастер-класс стоит 1500. Вот там цветочки какие-то красивые. Не 1500. Вазочки. Так. Вау, какая красивая картина. Ручная работа, друзья, кстати. Производство пакетов. О, как много игрушек мягких здесь. Курочка какая-то задрипанная. Круг-круг-круг-круг-круг. Красота. Так, пойдемте дальше. Вау, здесь бабочки. Бабочки. В рамочках. 11, если Аврора, там 2800 дизиусы, 5400 сольковские. Бабочки нужны зеленые. Пойдемте дальше. Вау, смотрите. Садовые игрушки. Так. Это лев. Отдыхает. Так, пойдемте дальше. Смотрите-ка. Вау, как круто сделали. Настоящие? Нет, искусственные. Круто. Очень круто. Так, тут какие-то для растений продают добавки. Привезли
показывать, какие есть в мире добавки. Здесь тоже что-то вот интересное. Какие-то игрушки ручной работы. Так, ну, наверное, пока все. Если что-то будет интересно, я вам обязательно покажу. Так, а здесь какие-то овощи, фрукты. Фрукты, овощи. Вот это я не видел. Смотрите, какой красивый букет. Бабочка вот такая вот приземлилась на такой большой горшок. Очень красиво. Осел стоит здесь. Ой, это кто? Собачка. Собачка. Троцкий Сергей Лавр. Это стенд. Спасибо. Так. А здесь что-то интересненькое тоже. Такая ручная работа. Сувенир, я так понимаю. Так, еще покажу вот этот
покажу вот эту экспозицию. Вы никак не понятны. Ну, мы любим своих клиентов. Хорошо. А как стать вашим клиентом, Вячеслав? Просто приехать нам в гости, попить чай, кофе и сказать, что мы хотим цветы. А где находитесь? Отлично, друзья. Вау, друзья, посмотрите, как красиво. Офигеть. Такая типа вот беседка, стол, стулья, вино в каком-то греческом стиле. Вообще красиво. Скамейка вот здесь вот еще стоит. Сейчас я вам покажу. Вообще супер. Экспозиция. Вау, друзья, посмотрите, какая интересная трава. Такая пушистая-пушистая. Какое-то болотное растение, наверное. Туда хочется прям спрятаться и не выходить оттуда. Может, там что-то есть интересное? Давайте посмотрим. Ничего нету. Прикольно. Ничего там внутри нету. Друзья, посмотрите, какая красивая экспозиция. Вообще, какой красивый прудик с цветочками. Какая красота. Шикарно.